Всем велка, с вами Катя Бельчик. И сегодня у нас разговорчик с Бельчик, причем не обычный, а питерский. В принципе, ничего не будет отличаться, кроме фона, но вы поняли. Я выложила пост с Бонни, как обычно, в своем инстаграме и попросила вас задать вопросики. Вот в течение дня набежала, на самый интересный я сейчас буду отвечать. Ну что, погнали, первый вопросик. Делала ли ты в жизни экстремальные вещи? Ну, например, прыгала с парашюта. Экстрим — мое второе имя, Катька Экстрим, и нет, ни разу в жизни я никогда не прыгну с парашюта. Самое, наверное, экстремальное, что я делала. А кататься на санках с горки – это экстрим? Ну, в общем, да. И горка была примерно 3 метра высотой. В общем, нет, экстрим никогда. Но на самом деле я еще очень сильно боюсь аттракционов, поэтому для себя один раз в жизни я сделала большой поступок. Я была в Европе и прокатилась на аттракционе, который назывался «Формула-1». И у меня лопнуло ухо и, короче, капилляр. Я вышла, и у меня текла кровь из уха, и все испугались. А я такая, типа, хоп-хоп, ну, короче, я была героиней. Все, больше после этого я не катаюсь на аттракционах. Все, вопрос снят. Катя, вот скажи честно, ну вот прям честно, Бонни сильно мешает при съемках видео? Я не знаю, с чего вы взяли, что он мешает. По-моему, я ему мешаю сниматься в видео, если честно, раз вы не заметили. Он вообще абсолютно не мешает. Мне, наоборот, с ним крайне комфортно. Я порой сама его даже зову. Ну, вообще, в основном он сам всегда приходит. Он как мотылек. Свет включается, софтбокс, и он уже на столе лежит. Я знаю, что некоторых это напрягает, но, как сказать, некоторых. Если один человек из 3000 там напишет, типа, фу, бери кота своего мерзкого, как бы, ну, сорян. Я думаю, что большинству это нравится, поэтому мы будем продолжать с Бонни снимать видосики. Крайне сложный вопрос для меня. Что выберете, «Во все тяжкие» или «Гарри Поттер»? Я вообще не знаю, как отвечать, потому что «Гарри Поттер» — это вообще целый мир, целая вселенная. Я с детства его люблю. «Во все тяжкие» я узнала не так давно, ну, там, скажем, 2 года назад, но тоже полюбила всей душой. И когда меня спрашивают, грубо говоря, твой любимый фильм, я отвечаю: «Гарри Поттер». Твой любимый сериал — я выбираю «Во все тяжкие». Но если выбирать, все-таки «Гарри Поттер», потому что это более культовая вещь, и в моем сознании она как-то больше отложилась. Но «Во все тяжкие» — это моя любовь, и все, кто давно меня смотрит, уже об этом знают. Катя, у меня давно такой вопрос. Тебе доставляет удовольствие снимать для нас видео? Допустим, кофейный дозор. Это же надо ходить, везде пробовать, сравнить. Или ты снимаешь это из-за денег? В скобочках. Но я так не думаю. Я не верю, что ты так не думаешь, потому что если бы ты так не думал, то ты бы не задавал этот вопрос. Это раз. А вообще, да, конечно, ради денег. 18 центов собрало мое очень серьезное видео. Вы знаете, я просто не могу произнести это слово, которое употреблялось в том видео, потому что меня снова заблокируют. Я сняла серьезное видео, которое вам, большинству, да вообще всем понравилось, и вы как бы благодарили меня за него. Кто знает, тот поймет. Но сейчас как бы вот, меня прикрыли, и поэтому все мои видео практически снялись с монетизации. И вот так. Интересный вопрос. Что будет, если Боня окажется с человеком, как бы ты отреагировала? Я не знаю, как бы я отреагировала, но я знаю, каким бы примерно был человеком Боня. Первое, что он сделал, он зашел бы на кухню и сказал бы: «Женщина, где мой обед?» Типа, где мой борщ или что-то такое. И я думаю, в принципе, его мало бы что-то интересовало. Я думаю, скорее был бы таким типичным мужчиной, который бы приходил с работы, бы лежал на диване, пил пиво. Я говорю, типа, эй, давай мне тут то все такой. Ну вот, мне кажется, он был бы таким, а реагировала я на него, наверное, бы странно. Я бы его из дома выгнала. Вот, потому что он очень наглый. Катюша, что ты будешь снимать на 80 тысяч? Кстати, всем большое спасибо еще раз за 70 тысяч. Мне кажется, у нас получилась очень интересная неделя печенья. Я подумываю снять неделю мороженого, потому что вы давно его просите. Сейчас как раз-таки уже начинается сезон. Я же вам обещала к сезону. Но я не знаю, когда будут 80 тысяч. Может, они вот осенью уже будут не так актуальны. Но мне кажется, неделя мороженого — это будет убойно, потому что у меня уже есть план в голове. Будет крайне интересно. Какие суши, роллы тебе нравятся? Мы же сейчас в Питере. Вот, знаете, две первых причины, по которым нужно приезжать в Петербург. Вы сейчас скажете: архитектура, там все дела. Нет, шаверма и вкусные суши. Все. Если вы живете в Питере, я вам серьезно завидую. В Москве вообще нет таких доставок. Я сейчас сюда вставлю фотку размеры этих роллов. Я вам серьезно говорю, я такого в жизни не видела.
Поэтому вот вкусные суши One Love. Это не реклама, у них вообще нет нигде рекламы, о них просто все знают. Все. Были ли случаи, когда тебе надоедала популярность, и ты хотела все бросить? Да я вообще уже не могу. Я вот выхожу просто, вот, например, в магазин за хлебом, и мне все папарацци, там, Кай, давай сфоткаемся, там, ребята. Я не знаю, я уже каждый день думаю, что ну все бросить. Просто эта популярность, она уже, ну, не знаю, невозможно. Ты... Нет, я сейчас не могу дать автобус, не надо. Что ты больше любила в детстве, купаться на море или в бассейне? А сейчас совпадают ли твои мнения? В детстве я очень боялась моря. В 6 лет меня первый раз отвезли родители в Анапу, и я просто боялась в него заходить. Я плакала, мама говорила: Катя, не бойся. Нет, бассейн вот так. Сейчас, наоборот, если есть возможность выбора, я бесспорно пойду на море, потому что это полезнее, это интереснее, и вообще там легче плавать. Бассейн — это уже крайне необходимость, если, например, нет моря, либо море очень бушующее, потому что ну что плавать в хлорке, когда есть возможность с рыбками в море, вот, и песочек. Да. Ответь на этот вопрос, выглядит в жизни любую знаменитость. Хотела про Надежду Кадышеву рассказать. Видела ли ты в реальной жизни любую знаменитость? Я не знаю, созрели ли вы уже для истории с детства, школы и так далее, но я сейчас готова вам рассказать эту историю. Возможно, вы даже не знаете этого исполнителя. В детстве я была фанатом Надежды Кадышевой и группы «Золотое кольцо». Я просто вот прям фанатела. И вот заветный день. К нам в кинотеатр «Мир» приезжает эта группа. Это немножко странно звучит, народный ансамбль. И вот момент, когда я могу подойти сфотографироваться с Надеждой, не знаю, по отчеству, вы поняли. Это было прекрасно. Единственное, я была крайне расстроена по одной вещи. Я привыкла видеть в народных таких костюмах, очень красивых, ярких, а за сценой она была просто в пиджаке, я ее даже тупо не узнала. И, короче, и дальше была очень интересная история, но я не буду ее рассказывать. Она была в костюме, я ее не узнала, я должна была подарить ей шоколадку. Мне мама купила баунти, она сказала: подари, пожалуйста. И на фотографии я стою, значит, Надежда в костюме, я рядом, в красном платье, и у меня в руке зажата баунти. В итоге я не подарила ей баунти. Мне до сих пор, блин, стыдно за эту историю. Ну почему я не могла ей отдать шоколадку? Ну мне бы еще родители купили, но я зажала. Это знаменитость. Я считаю, на тот момент это было для меня большим счастьем. Вот. Все эти современные, там, блогеры, это все было не то. Какие ощущения были в конце 11 класса? Страшно ли было начинать жизнь почти с чистого листа? Абсолютно нет. Не то, чтобы очень хорошо помню это время, но единственное, что я помню, что я настолько устала готовиться к ЕГЭ. У меня был первый год, когда мы начинали сдавать ЕГЭ. До этого были обычные экзамены. И я настолько от этого устала, что я была рада уже вступить в какой-то новый этап. И вам хочу сказать, не бойтесь, дальше только лучше. Смотрела Дружко шоу, что думаешь о нем? Достоин ли он почти 3 миллионов подписчиков и такого хайпа? Что, уже 3 миллиона? Хайпанем немножечко. На самом деле, что я думаю о Дружко шоу? Первоначально, когда я это видела, ну, мало того, что я обалдела, конечно, ничего не сказать. С одного ролика 1 миллион подписчиков. Я не могла сказать, что мне это сильно нравится. Я, наверное, все-таки не целевая аудитория. Давайте начнем с того. Вот что я могу точно сказать, это крайне качественный контент. Все продумано, все со сценарием, разные планы. У человека настолько шикарно поставлена речь, это действительно приятно смотреть. Но сам контент мне как-то особо не заходил. Но потом я увидела Сергея Дружко в «Дневнике хача» и поняла, что образ на экране вообще не совпадает с тем, что есть в жизни. Он настолько оказался милым человеком, он постоянно улыбается. В принципе, у него тот же голос, та же речь, но он как-то, ну, более все приятно. Я посмотрела, как все это снимается, и я вообще крайне изменила свое мнение, но это не значит, что я буду смотреть, к сожалению. Ну, мне не заходит, мне не смешно, но при этом я уважаю, и это обалдеть. 3 миллиона, вы серьезно? Люди там пятилетиями набирают, то не доходит до такой цифры. Это здорово, но это качественный проект. Есть ли такой принт, который больше не выпускают? Это грустный вопрос, на самом деле есть один принт, причем он один из моих любимых. Но любим он, по-моему, только мной. Всему причина капучино.
Я очень старалась, я крайне долго его делала, я все это расчерчивала, все это вырисовывала. В итоге, я не знаю почему, но принт не выстрелил вообще. То есть все принты всегда печатаются, но всему причина капучино, вы сейчас не встретите в Белке, к сожалению. Изредка-изредка появляется там парочка термосов, но мне даже искренне это жаль, потому что я его люблю до сих пор. Вот. А, еще один принт. А, это единственный рюкзак в своем роде. Дельфины. Дудл. Его тоже уже нет в Белке, но это один из моих любимых принтов. Я ношу этот рюкзак уже 2 года и не планирую с ним расставаться. Когда Боня будет вести свое шоу? Я думаю, когда Сергей Дружко получит бриллиантовую кнопку. И сейчас такой, знаешь, прошел месяц, короче, все пишут, ну что, где Боня на шоу Сергея Дружко? 10 миллионов. Я такая, если что, я скрою это видео с канала. Что для тебя самое главное в отношениях? В любых отношениях, будь то дружеские, семейные, любовные, главное это слышать, слушать друг друга, а также идти на компромиссы. Есть ли место, которое тебя вдохновляет? Starbucks. Хах, повелись, нет, конечно. На самом деле нет какого-то конкретного места. Меня вдохновляет природа. Все, что было зеленое, красивое, даже зимой снежная природа, это мое главное вдохновение. Вот здесь, например, сейчас находимся, как раз встали на фоне здания, чтобы вам об этом рассказать. Природа. И это прекрасно, что птички пели. Какой продукт был первым в Негляде? Если вы смотрели первое видео, а если не смотрели, то это была Милка с Орео и Альпенгольд с Орео. Собственно, Альпенгольд выпустил новую шоколадку, и это меня сподвигло сделать сравнение. И вот теперь Негляде с нами. Как ты первый раз увидела Боню? Какие были первые впечатления о нем? Мое первое впечатление было о нем. Ты идешь со мной. Все. Я его увидела, я поняла, это мое. Это мое, он залез на меня, и мы с ним ушли. Ну что, друзья, на этом наше видео подошло к концу. Я надеюсь, вам понравился такой формат разговорщика с Бельщик. Не пропустите обязательно следующего поста в Инстаграме, где вы можете задать свои вопросы. До новых встреч и всем белкам!